Я часто использую для выпечки уже готовое слоеное тесто, дрожжевое или бездрожжевое, которое продается в продуктовых магазинах. Такое тесто надо хранить в морозильной камере в замороженном состоянии. Перед использованием тесто надо достать из морозильной камеры и положить размораживаться в холодильник. При разморозке теста в холодильнике коржи останутся сухими, и тесто не будет прилипать. Если пакет со слоеным тестом разморозить при комнатной температуре, то тогда внутри коржи будут влажными и, соответственно, будут прилипать к рукам скалки и досточки. Вам неудобно будет работать с таким тестом.